Для поддержки мобилизованных граждан правительство России подготовило поправки к законопроекту, которыми в том числе предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами материальную помощь, включая передаваемое имущество, сообщает Минфин России. При этом передача такого имущества не будет облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль. Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ, как с полученных денежных средств, так и имущества, сказал министр финансов Антон Силуанов. Поправки к законопроекту одобрены правительством России и в ближайшее время будут внесены в Госдуму.